Перший областный конкурс профессионального мастерства «Юністайл» прошел в Гомельском колледже бытового обслуговывания. У им приняли удел будущие цирульники и модельеры. Усяго около 50 конкурсантов с 7 научальных установ Гомельщины. За их работой сочила Ганна Каральчук. Вообще не планировала сюда поступать на самом-то деле. Хотела поступать на физрука, и вот безысходности, то, что не поступила, поступила сюда. И все, остаюсь теперь надолго здесь. Это мое, оказывается. Так вот судьба свела нас с этим искусством. Олеся Сиранкова – першокурсница Гомельского колледжа бытового обслуговывания. И это ее первое профессиональное споборництво. Каже, что эмоции зашкаливаются, однако процесс подобается, ее ожидание развиваться далее. На выполнение женочей прически у майстров ее 75 хвилин, а вот работы стилиста уже оценивает жюри. Вытонченные уборы с перьем и жемчугом – это работы конкурсанта у номинации «Имиджмейкер». Им треба было створить в образ у стиле Гэтсби – американской моды 20-х годов минулого стагодия. У напруженной боротьбе створались модели, один погляд на яких переносит глядачов у район Манхэттена вековой давности, прямо на светскую вечеринку. Для этого удельницы старанно подбирали прическу, макияж, одень, обуток и аксессуары. Так само было задание по мужчинской укладке для цирульников. Необходимость организации такого споборництва в области выкликана перш за все пандемией, якая зараз перешкаджает починаючим майстрам удельничать у международных конкурсах, а набирать в опыт и тренировать навыки необходимо. Мы старались воссоздать площадку, подобную международным площадкам, для того, чтобы ребята опять-таки ощутили ту атмосферу и перебороли свой страх, почувствовали уверенность в себе. На нашем конкурсе выбрана единая тематика – образ в стиле Гэтсби. И мужские, и женские парикмахеры, и имиджмейкеры создают образы, прически в едином стиле. Турніри давно стали неад'ємною часткою адукаційного процесу у системі профтехадукації. А гэты новий конкурс дасть можливість продемонструвати свої здольності навученцям не тільки гомельських коледжів, але й молодим людям з районів, які поки не готові виступати на міжнародній арені. Рішились на це, організувати цей конкурс на базі нашого учебного заведення, щоб приобщити не тільки свій коледж і своїх учащихся, щоб вони участвували в таких подобних конкурсах, але і інші учебні заведення, щоб вони теж підтягували, щоб вони тоже начинали выступать в таких же мероприятиях, чтобы была конкуренция. Конкурс «Юністайл» проводился в выпробовальном формате, однако худшее за все он станет штогодовой традицией. Ганна Каральчук, Сергей Камков, телерадио, компания «Гомель».